Ничего не изменится. Никак ничего не изменится для народа. Улучшение не будет. Для чиновников больше будут воровать, больше будут воровать, меньше будут сажать. Поправок? Я вообще считаю, что сейчас не до Конституции для нашей страны. Сейчас надо бороться. Бороться с коррупцией и дать возможность предпринимателям, чтобы они без взятки брали бы землю, строили бы заводы, фабрики, как говорится, рабочие места создавали бы, на которых не обращают внимания наши власти. Вот. А если обращают внимание, то не исполняют исполнительные вот эти правоохранительные органы и вообще судебные органы, на которых народ вообще не знает. Статьи 6 федерального закона номер 54 участники публичных мероприятий не вправе скрывать. Только там. Наверняка же закрыто только. Thank you.
У меня прокурор был по надзору, когда меня задерживали. Пожалуйста, инсулин не дают. А что курить тогда? А вот без курева не могу. Ну надо бросать. Как? Ну не могу. Ну, одно как? Удовольствие у меня курево только. Ну вы бросайте, давайте, на здоровье. Одно... Ребята, я вас приветствую.